Строители в очередной раз ждут на плотине на Лесном озере. Проблему подняли на заседании депутатов фракции «Единая Россия», где присутствовали представители районной администрации и глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев. В ближайшие дни на место ремонта нижнего бассейна должна приехать подрядная организация, которая проверит наличие нарушений. Если они будут найдены, их устранят за месяц по гарантийным обязательствам. Предпосылки устранены, и, в общем-то, сейчас бояться нечего. Плотина работает, работает нормально, в штатном режиме, ничего нам не страшно. Но вот эти нарушения, которые образовались, оно, конечно, ну, вот, имеет место быть. Но для конструктива, для функционирования самой плотины, так сказать, ничего не угрожает, все работает нормально, в штатном режиме. Помимо вопроса плотины в микрорайоне «Ферма», члены фракции «Единая Россия» обсудили работы в сфере ЖКХ. Депутаты и представители районной администрации взяли на контроль программу по ремонту подъездов и многоквартирных домов на 2018 год. По состоянию на 29 октября план по ремонту подъездов выполнен на 31%. Анна Спиридонова, Антон Коврижных, программа «События».